первый урок и последний звонок. Между ними 11 лет. Сейчас кажется, что это одно мгновение. Эти парни и девушки уже почти взрослые, но сегодня они словно дети. Белые банты, кружевные передники. Также волнуются и ищут глазами своих первых учителей, которым пришли в начальных классах и которые провели с ними последний урок. На последнем уроке у нас такая традиция в гимназии. Учителя начальных классов проводят со своими выпускниками последний урок. Мы написали, каждый из них написал письмо самому себе, которое вскроют через 10 лет на вечере выпускников. Там они все свои тайны и все свои мечты раскрыли. Но, конечно, мечты менялись, вот, какими они были маленькими и какими они стали взрослыми. У них очень серьезные мечты, у них очень серьезные планы. И архитектура, и военные, и медики будущее. В моем классе. Я надеюсь, у них все получится. Минута расставания со школой дается выпускникам нелегко. Многим кажется, что это только окончание обычного учебного года. И 1 сентября вновь альма-матер распахнет свои двери. Не хочу отсюда уходить. Все такие родные. Очень люблю одноклассников, люблю учителей, люблю эту атмосферу. Пугает то, что начинается такая взрослая, более самостоятельная жизнь. Воспоминания от школы только светлые, только хорошие. Буду очень по ней скучать, но все когда-то через это проходят, и нам пора. Думаю, дальше будет еще интереснее. Наверное. Многие из выпускников уже распланировали свое будущее, определились с дальнейшим образованием и профессией. Сейчас стране нужны специалисты, которые будут поднимать экономику, промышленность нашей страны, и поэтому я хочу быть одним из них, и я выбрал эту отрасль. Работать хочу в космической сфере касательно ракетных двигателей и, в принципе, летательных аппаратов. А пока будущим специалистам предстоит еще одно серьезное испытание. К единому государственному экзамену, который стартует 30 мая, выпускники готовятся со всей серьезностью. От ЕГЭ даже честно не знаем, что ждать. Все учителя обещают разные задания, но готовимся весь год, поэтому сейчас уже какая-то легкость такая. Нет ощущения напряжения постоянного, на нас никто не давит. И мы уже просто понимаем, что нам нужны баллы, нужно поступление, и мы уже сами готовимся, то есть нас уже никто не заставляет это делать. Выпускникам предстоит сдать 5 предметов, а окончательная точка будет поставлена 25 июня. Именно в этот день в школах города пройдет заключительный выпускной бал.